Всем добрый день, с вами канал Мир Вокруг Трилобита. И у нас сегодня, как вы уже поняли, рубрика «Забавные животные». Встречаем в гостях вот такой у нас необычный ночной гость из семейства ночных бабочек. Да-да, действительно, это ночная бабочка, все правильно, потому что снято видео ночью, и где-то будет так уже, где-то за полночь было время, когда я это дело снимал. Вот. Собственно говоря, наш сегодняшний гость имеет очень такую интересную раскраску. Да, действительно, перед нами ночной белый мотылек. Причем это видео было снято вот в Подмосковье, где-то, наверное, километров 70, ну, может быть, 80 от Москвы. Ну, можно сказать, практически вот Москва, что называется. Да. Причем он вот подлетел как раз к нам на окно, да, вот на окно домашней веранды. Это не лес, не какой-нибудь там экзотический луг. Здесь не палатка, не шалаш, не землянка. То есть подобную бабочку, я думаю, что многие могут наблюдать у себя на даче или вот кто живет на первом этаже, где-то вот в подмосковных районах. Ну или рядом, если есть парки, леса, то тоже можете вот такого гостя себе на окно получить, да, вот в одну из летних ночей. Давайте посмотрим вообще, что же это за бабочка. Удивительно, но вот в интернете ничего такого похожего, близкого я найти не смог, на самом деле. На лугового мотылька, бледного лугового мотылька, наш гость не похож. Ну, во-первых, потому что все-таки луговой мотылек, он ближе таким дневным насекомым, ну, судя по тем фотографиям, которые есть в интернете, все-таки он в основном дневной. Это такой летун. А это бабочка ночная. И у луговых мотыльков у них немножко другой расцвет крыльев. У них на крылышках вот такие вот, как, знаете, как коричневые такие полоски. Вот чем-то похожие на прожилки у листа. А у нас все-таки бабочка, она действительно такая белоснежно-белая. И тельце у нее, вот посмотрите, оно такое продолговатое, вытянутое, длинненькое. Причем имеет такой равномерный белый окрас. Я бы сказал, даже такой кипельно-белый. И, собственно говоря, сами крылышки достаточно тонкие. Очень похожи на крылышки вот таких вот дневных бабочек, как лимонница, как крапивница. Что, собственно говоря, для мотыльков, ну, не совсем характерно. Среди белых таких вот ночных мотыльков известна также американская белая бабочка, да, которая, в общем-то, такой универсальный вредитель. Кстати, вот в Белоруссии в прошлом году зафиксировали ее присутствие. И еще называют похожую тоже бабочку снежная медведица. Но они больше похожи именно вот на мотыльков. У них такое вот тело, тельце со сложными крылышками, чем-то похоже на истребитель, да, такая вот немножко пушистая, такая вот у них спинка, такие, в общем-то, толстенькие такие усики, вот расходящиеся в разные стороны. И если вот посмотреть на форму туловища со сложными крыльями, то мы будем, скорее всего, наблюдать вот нечто похожее на такой вот равнобедренный треугольник. А здесь же все-таки немножко другой перед нами представитель мира ночных бабочек Подмосковья. Я рискну предположить, что перед нами, как называется, такая ночная белая моль. Вот я вот посмотрел по бабочкам Рязанской области, потому что мне открыл современный такой, да, аналог атласа бабочек, да, который вот раньше так печатался, публиковался в справочниках по биологии и энтомологии. Вот такая ночная белая моль, да, вот действительно есть такой представитель ночных бабочек. Кстати говоря, чем-то похож вот по строению крыльев, строению тела, да, туловище, вот как раз усики. Единственное, у белой моли может, ну, как вот я видел, да, раскраска крыльев слегка тоже отличается, ну, чуть-чуть отличается в чем? А вот в том, что тоже как бы присутствуют такие вот как бы, ну, типа вкрапления, да, то есть вот либо точки, либо такие вот небольшие ребристые такие полосочки по верхним и нижним крыльям насекомого. У нас же этого нет. У нас, скорее всего, действительно такой вот аналог обычной простой бабочки, но вот целиком белый цвет, белоснежный. Поэтому насекомое красивое, я вам его показываю, поскольку действительно такая вот у нас красавица или красавец –
на обзоре сегодня, да, вот, если кому интересно, это было действительно заснято в Подмосковье, так что можете спокойно. Вот летом, кстати, сейчас тоже можно, я это снимал в августе, буквально вот несколько дней назад. Так что, если кому очень хочется повторить такую вот встречу на личном опыте, то вперед, пытайтесь это дело поймать, наблюдать такие вот интересные, красивые бабочки ночью можно встретить, да, вот, ну, где-нибудь в районе ближайшего парка, там, не знаю, дачного поселка, товарищества садоводческого. Так что, в общем, ну и, собственно говоря, если у кого есть дачи, загородные дома, таунхаусы, кто-то живет в загородных резиденциях, просто внимательно посмотрите на тыльные стороны окон, на уличные, да, вот со стороны улицы, что, собственно говоря, у вас, или кто у вас на подоконнике вот прилетает в гости. Наверное, такая же тоже бабочка может вам попасться. Ну и, естественно, если что-нибудь найдете, то если кто-то знает вообще с чем, вот мы с вами точно столкнулись, да, то есть какой-то вид, какие у него есть вариации по раскраске, да, то есть какой жизненный цикл, то с удовольствием почитаю ваши комментарии. Пока что у меня это все. У нас с вами был сегодня в гостях такой вот белый ночной представитель мира московских бабочек, ночных бабочек, да, это у нас сегодня мир насекомых в рубрике «Забавные животные». Насекомые абсолютно для человека безопасны, не кусается, можно его трогать, можно гладить, конечно, если оно не испугается, не улетит. Но вот как мы видим, в принципе, вот мы снимаем, да, и сверху так вот и сбоку я камеру немного даже вот приближаю к бабочке, она абсолютно к нам толерантно относится, не спешит покинуть любимое место, не начинает так вот порхать тогда, вот как шмель там, когда сгоняешь, вот, например, там шмеля там или муху, то они вот так вот летают вокруг, да, а потом садятся, ну, в место близко расположенное с тем, откуда их согнали. Здесь такого нет. Так что, в общем-то, как мы видим, спокойная такая бабочка, тоже ей интересные люди получаются, да, то есть мы снимаем ее, она наблюдает за нами. И, пожалуйста, наблюдайте, снимайте, дополняйте мой такой сегодняшний небольшой сюжет о красивой ночной представительнице московских бабочек. А у нас пока что на сегодня все. До новых встреч. Всем привет. Пока. И не забываем читать книжки современного писателя-фантаста Ивана Белогороха. Напоминаю, что в издательстве Art School в этом году вышел роман «Шериф Арахнороса», как мы вам и обещали в роликах прошлого года. Так что двигаемся вперед.